да? Так и для зоны, то есть вы должны напряжение чувствовать вот здесь, под нижней губой. С нижней губой она у нас, конечно, как правило, более объемная, чем верхняя у большинства людей. Но бывают с ней очень интересные вещи, да? Кто-то грызем, сосем, уголки те же напрягаем, губа тоже и теряет объем со временем. И были у меня такие клиенты, у которых она плоскость спрятана полностью в рот. Начинаем расслабляться, то есть настолько сильный, ну, мимический мышечный зажим, да, ее просто нет. Начинаем делать упражнения, она появляется, и, конечно же, все гораздо красивее становится. Многие даже удивляются, ого, какая у меня нижняя губа, да, то есть обязательно работаем. И когда есть напряжение, есть привычка поджимать уголки рта вниз, сжимать подбородок, вот эту зону тоже качать обязательно нужно, она будет расслабляться хорошо. Мы будем, у нас зубы сомкнуты, но мы их без усилия, то есть не сжимаем сильно. У кого есть привычка, ну, сейчас вы будете делать, если вдруг чувствуете, что зубы начинают сильно сжиматься, прокладывайте маленький кончик языка. Да, тогда вы контролируете, что зубы вместе, и не прикусите себе, не сожмете. И мы просто, как показываем, нижние зубы. Без фиксации вот так выглядит. Как такая? Она как бы вперед больше уходит. Да? Она немножко и вперед подается, но опускается вниз. То есть я должна ее вот сюда. Какая тут ошибка может быть, чтобы не было вот такого? Да? Уголки рта не разъезжаются. Вот просто в центр ровненько опускаете нижнюю губу. Угу. А вот что происходит? Что делать? Расслабляем, больше делайте на центр, сознательно. Мы сейчас добавим фиксацию, и вы будете вот тут хорошо держать указательные пальцы. Теперь фиксация, тоже 6 пальцев вместе, мы повторяем, да, очертания, свой узор нижней губы, ставим под губу. Не наступаем на губу, потому что вы заблокируете ее, сразу под губой. Указательные пальцы вот здесь вот уголочки рта держат, хорошо тут держите, да, чтобы тогда вам будет проще вот это вот не делать, да, не будут расползаться. И опускаем, давайте делаем то же самое. Пальцы в воздухе тоже, они не согнуты, они в воздухе не висят, они вот лежат на подбородке. Толкаем нижней губой вниз, чувствуете вот тут хорошее такое сильное напряжение. Пальцы сомкните посерединке, они должны сойтись. Такой забор без дырок. Вот когда держишь, не получается. Ага, не получается. Мышца слабенькая, да? Вы ей даже небольшую нагрузку поставили, чуть-чуть, у кого такая ситуация, только прикоснулись, все, сразу отключилось, да, не работает. Постепенно начинаете, вот поставили два пальчика сюда на центр, опускаете, потом добавили три пальчика. И вот тут вот тоже нажим вот этот увеличиваете постепенно нагрузку. То есть сейчас взяли самые-самые легкие эти гантели, да, и работаете пока с ними. Потому что я вам уже говорила, да, та зона на лице, куда мы руку приложили, она рефлекторно расслабляется. И вот у вас мышца хочет расслабиться, а вы ее заставляете работать. Кто почувствовал здесь напряжение под нижней губой? Тоже такое дрожание, да? Да, отлично. Надуваем нижнюю губу, отдыхаем.